Конструкция и принцип работы регулятора расхода воды 300FR. Клапан 300FR состоит из следующих элементов: корпуса, пилотного регулятора, мембраны, пружины, запорного диска и штока. Запорный диск имеет уникальную форму, благодаря которой происходит линейная характеристика регулировки во всем диапазоне работы. В клапане 300FR отсутствуют трущиеся под углом части. Ось штока ходит строго вертикально, в результате потери на трении минимальны, и исключается закусывание оси. Клапан 300FR предназначен для регулирования расхода воды в трубопроводе. Несмотря на колебания давления, клапан контролирует расход на установленном уровне. Регулировка расхода происходит при помощи пилотного регулятора. Для эффективной работы клапана перед ним устанавливается шайба с калиброванным отверстием. Отверстие создает необходимую потерю давления в 0,25 бара при расчетном расходе. Рассмотрим принцип работы клапана 300FR. При увеличении расхода воды от расчетного происходит увеличение перепада давления на калибровочной шайбе. Давление после шайбы снижается. Пружина пилотного регулятора немного сжимается, открывается командный порт, и управляющая камера клапана наполняется водой. Мембрана выгибается вниз, и запорный диск, связанный с мембраной посредством штока, закрывает проходное сечение клапана. Расход воды стабилизируется. Чем выше расход воды от расчетного, тем больше закрывается клапан. При уменьшении расхода воды от расчетного происходит снижение перепада давления на калибровочной шайбе. Давление после шайбы увеличивается. Оно воздействует на верхнюю камеру пилотного регулятора, который открывает возможность удаления воды из управляющей камеры. При этом мембрана перемещается вверх, и запорный диск приоткрывает проходное сечение клапана. Расход воды восстанавливается до заданного уровня. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.